Что там мяукает, блядь? Что там мяукает? А, ты что мяукаешь? Что мяукаешь? Сейчас будем... Будешь? Будешь, а? Будешь? А, да, давай задуешь, давай задуешь. Давай задуешь. А, задуешь. Не надо тебя задувать. Это я буду задувать. Да хорош тебе жрать-то уже, блин. Сколько можно жрать-то давать? Блядь, еще закроют. Кирпичи, блядь, драные. Сука, заебал уже. Хуйня всякая, залупа, блядь. Закроют, блядь, на замок. Хер откроешь. Вот, положил и хватит. Все равно кошка достанет. Неважно, как ты закроешь. На замок, не замок, она все равно столкнет все. Она после этого корма просто бешено делает. Не знаю почему, но она бешено делается после корма. Столбал уже. Так, что у нас тут? Так, ребят, не забывайте подписываться на канал, лайки ставить, репосты делать. Самое главное, это репосты делать. Можете дизлайк поставить, как бы, ну. Как мы все, всем известно, дизлайки, они CTR уменьшают. Но я что-то CTR не заметил, чтобы он уменьшался. Но вроде бы, как я заметил, популярным блогерам, типа, это бьет сильно, когда на них, типа, хейт идет, и им дизлайк, типа, ставят. И их в основном, типа, это... накручивает дизлайки, а это CTR типа убивает. Ну, это как она? Алгоритмию, короче, этого канала. Алгоритму канала этого убивается за это, чтобы не продвигался. Да и поэтому и хорошего контента становится все мало и мало. Потому что много типа хорошего контента просто за дизлайк. Дизлайкается, да и все. Типа никому угодить невозможно. Типа, зачем кому-то угождать? Я всегда говорил популярным, нахер вы что-то кому-то угождаете. Пилите видосы и пилите, вообще срать. Ну, дохера дизов, да и срать на них. Сами же изначально видосы пилили, типа, вот, типа, вас хейтят, типа, не обращайте внимания, а сами же на них обращаете внимание, а потом у вас канал посирается. Вообще забить на них, да и все. То есть, там сидят себе. На, гаюшка. А, гаюшка. Ну тут я сейчас Жорика просто посмотрел, Жорика Ревазова, кто смотрит. Блин, такой канал хороший был. То название поменял, я вообще даже не мог вдаваться, типа, почему он название поменял. Оказывается, понятно, почему он название поменял. Блин, ну это прям жестко. Фокус, фокус, форт фокус. Ну, фокус. Бля, с фокусом вообще задница, короче. То он в Москву переезжал, его захейтили, что он в Москву переехал, то еще что-то. Чё, зачем? Ну, берите, снимайте сами ролик. Зачем вы хайпите на популярных? Это ж не ваши просмотры. Чего зрители приходят к вам просмотры делают? А вы ничего не добились. Вы что-то говорите, что вы чего-то добились. Вот у нас просмотры. Да у вас просмотры за счет других. Реальных просмотров у вас не будет. Вы снимите влог хотя бы один и посмотрите. Будут ли ваши же зрители смотреть ваши влоги? Никто не будет смотреть. Вас смотрят из-за какой-то там маленькой изюминки. Из-за того, что вы хайпитесь на других. Вас из-за других смотрят. Не было бы этого Жорика, у вас бы и не было просмотра. То есть вы ни хера не популярны. Вот еще другого человека только популярны. Поэтому я всегда себе двумя держал, типа, блядь, да и срать на эти просмотры. Типа, блин, ну хочешь... Вот ты говоришь, типа, ой, у тебя мало просмотров, да давай я тебе сейчас куплю, блядь, задонать мне ссылочка на донат в описании, блядь, нахуй, или на карту мне закинь $5000, блядь, нахуй, закинь. Я куплю эти просмотры, блядь, и будут тебе просмотры, и что-то изменится, я получу больше, да нихера, я получу, может быть, 2500 с 5000. Вот популярные так и на этом раскручиваются, они теряют деньги, теряют, а потом они перестают вкладывать, и, естественно, накрутка уже идет, то есть уже бесплатная накрутка идет, тот же хайп идет. И они уже отбивают те деньги вложенные, а потом уже в плюс только идут. Алгоритмии вы ни хера не понимаете.
Вы ее просто взламываете, да и все. Так же я могу взломать. Вон, ребята, VPN используйте, вы крутите рекламу, да и все. Можно бабки рубить. Вон, 50 тысяч ноутов купили себе, вон, поставили вон в шкаф, запустили рекламу, и все, и вот тебе реклама, и зарабатывай деньги. Электричество потребления у ноутов минимально. Те же телефоны можно купить. 50 телефонов, 50 роликов будут у тебя воспроизводиться. И ты будешь и через VPN, тем более, использовать, а там будет показываться тебе реклама. И ты будешь просто скручивать эту рекламу, да и все, никто тебя не закроет. Да этим на самом деле многие сейчас пользуются просто. Я этого не понимаю, допустим. Ну, блядь, ну и маленький доход, да и срать с ним. Хочешь большой доход, хочешь, я тебе накручу доход. Да бесплатно, как бы, блядь, давай, деньги платить. На карточку можешь закинуть, я тебе покажу, блядь, сколько мой канал получает. Сейчас накручу, как говорится, сейчас я накручу рекламу себе искусственно и покажу тебе, что я получаю 10 тысяч долларов. Вот так вот. Постоянно кофе. Я могу себе позволить кофе каждые 5 минут. А ты не можешь себе позволить кофе каждые 5 минут? Ты не можешь мне кофе каждые 5 минут. И вот посчитай, каждые 5 минут я делаю кофе, сколько я трачу. Да, может быть, я покупаю не лавазу, извини. Если я буду лавазу покупать, мне нужно, чтобы у меня 1 000 000 подписчиков было. Да, я могу себе покупать по 20 килограмм лавазы. И показывать тебе на камеру, что я вот купил себе 20 килограмм лавазы. 20 пачек купил по килограмму. Потому что больше, чем килограмм, у лавазы нету, насколько я знаю. А у других производителей есть на 3 килограмма, на 5 килограмм. Я видел уже бочки большие такие. Блин, офигенный кофе, ребята. Кто там с чайком, с кофейком? Всем хорошего чаепития. Это бутерки, бутерки. И это самое главное. Вот, сейчас, короче. Так, кофе мы сделали. Вот эту воду, короче, слить надо. Эту воду надо слить. А суд-то помыли? Помыли. Блядь, опять у меня это... Сишку пала. Сишку пала. Сишку пала. Посуд помыли, помыли. Сишку пала. Вот, поэтому не ведитесь на этих всех лохотронов. Они в жизни себя ничего не добились, на самом деле. Они могут так говорить, он принцип работы жесткого диска. Сам сидишь, наверное, гуглишь, там еще что-то кого-то заставляешь, что-то там, блядь, чтобы тебе высказать. Ты кто такой, чтобы тебе что-то там говорить? Сейчас я Google открою, Google в помощь, вы же всегда говорите, Google в помощь. От вас помощи никакой, вы всегда твердите, Google в помощь. Вот Google я открываю. Имею право открыть Google, блядь. Я компьютерный мастер, ребята. Ко ммне приходят, диагностика, 5000 долларов. Не нравится? Дорого. Что идешь в задницу, раз и все. А спинок тебе поддаю, да и все. Ха-ха. Не похуй. А, хороший кофе, хороший. Хороший. А вчера, короче, магнитовский.